Данный спортивный праздник вместе с вами проводим уже 15-й раз. Сегодня стартует вся Россия, вся Чувашия, все муниципальные образования. Это самый мощный, зрелищный, демократичный спортивный праздник. В прошлом году у нас общее количество участников по территории Чувашской республики было более чем 61 тысяча человек. Рекорд побит. Кросснации в республике поддержали все муниципалитеты. На старты вышли более 70 тысяч человек. Массовый забег на 3 километра. В этом году трассу кросса нации проложили по Московской набережной. Темп участникам задавал глава региона. С дистанции не сошел никто. Финиш у монумента матери-покровительницы. Признателен родителям, признателен учителям, бабушкам и дедушкам, нашим детишкам, школьникам и студентам, и нашим дорогим ветеранам за то, что они ведут активный образ жизни. Они эффективны, они успешны. Для большинства горожан кросс-нации становится семейным праздником. Мы не первый год принимаем участие в кроссе наций, потому что мы с супругой в свое время в молодости активно занимались легкой атлетикой, занимали призовые места в своем районе и даем пример своим детям, чтобы они также активно занимались спортом. Нам всем очень понравилось. Все выбрались на пробежку, зарядились энергией. Очень было круто. Еще один постоянный участник кросса нации – ветеран МВД Юрий Ильин. Ему за 70, но фору молодым готов дать запросто. Вот смотрите, позволяет. Он написан, я флюорографию проходил. Разрешение есть у меня, вот все есть. Я каждый год бегаю. Вот это люблю я бегать, участвовать везде. Вот. А если скажу, а то скажет, хвалитесь. Я не только еще, я пою ансамбле «Косолют», а еще музей Чапаева, я еще образ Чапаева. В общем, на собаказы меня на коне. К победе стремится и трехлетняя Вера. Правда, пока без помощи мамы не обойтись. Всегда участвуете? Всегда. И в прошлом году изучили, бегали. Сейчас скажу, у нас еще брат побежит, да? Да. Это на лосах. Для самых юных на кроссе нации проложили километровую дистанцию. Ученикам 60-й школы удалось занять весь призовой пьедестал. Я заняла первое место, и я со спортом дружу, мне очень нравится. Я занимаюсь еще фигурным катанием. Побеждать очень приятно. И самая длинная трасса для профессионалов. Им предстояло преодолеть 12 километров. Кросс нации 2018 подтвердил, что в республике за спорт голосуют все больше людей. По этому показателю Чувашия в числе регионов-лидеров. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Бахтияр Велиев и Александр Петров. Республика.